Он же. Всем здрасте. Короче, вышли прогуляться. Сегодня у нас нет смока, зато дождь нормальный такой. Анюта говорит, короче, надо в дождик прогуляться. Он сейчас пройдет. Почти целый день идет, но он сейчас пройдет. Я уже весь сырой. Нормальная погода. Ну тут маленькие лужи еще. Суть-то в том, что еще и ребенок у нас прям в такую погоду очень хочет гулять. Грибная. Видите? Пузырьки вздуваются. Когда пузыри на лужах, значит дождь скоро закончится. Да. Где-то примерно к 1 сентябрю. Вот так вот. Не видно, наверное, но он поливает так нормально. Да уж ладно, не преувеличивай. Ну как, вон. Все видно на камеру. Короче, идем. Ручейки везде ходят. Няша такая. И мы. Любители погоды. Сейчас еще, наверное, пару километров пройдем, да? Да. Да. Все мокрое вон. У меня отовсюду капает. Все, мокрый. Воспринимать любую погоду. Да. Не, на улице так-то тепло, зато смока нет, самое важное. Есть чем дышать. У природы нет плохой погоды. Да. На природе мы гуляем все. Каждая погода благодать. Да. Болото. Талое болото. Вон волнушка или сыроежка. Братья кролики. Нет, погода. Мне нравится такая погода. Мне тоже надо было очки одеть. Слушай, солнце. Правда, ни одного мухоморя, вот сколько хожу. Помнишь, раньше же их много было? Не, они и здесь были, я же говорил уже. Да. Сейчас вообще что-то даже ни одного тут нет. Реально даже вот нет. С окошка вон вылазит. Одна голова. Ну, хоть дождик увидит, что такое. Она у нас, наверное, и не видела толком. Не толком, а вообще не видела. Так что, короче, нормально. Ничего, шевырнем быстро так. До туда дойдем, до угла и обратно вот так же домой. Думаешь? Ну как раз все промокну. А что с этой целью вышли, чтобы все промокли? Ну я-то уже мокрый. Надо было тогда там идти, там не гелево, чтобы всем тоже. А ты тоже уже? Нет еще, нет. Твоя шерсть. Снимай свой пиджак. Вот сердать. Идемте. Свежий воздух. Природа, красота. Что, покатить? Покати. Вообще просто бомба. Да. О, намокилится. Гулять надо вот так, когда дождь шпарит и никого нет на улице. Все. Ништяк просто. Не, на улице вообще классно. Я люблю такую погоду, я и ходить по такой погоде люблю. Я тоже, но не с ребенком. Сними камеру, как кажется, дорога вся как стекло. Ну как стеклянная, да? Ну она и так отсвечивает. Че, ты не видишь? Ну да. А я никак не обращала внимания, вот смотрю в эту. Лужицы же. Они как зеркало. Угу. Короче, нормально. Красота. Блин, жалко, газон уже желтеет. Да, у нас уже листочки даже опадают. Хотя холодов-то не было как таковых. Даже березки желтеют даже. А мы тут еще зеленые. Уедем в лето, да? Угу. У всех будет осень, все наденут уже куртки, а мы с тобой в труханах бегать. В шортах, наверное. Как? Нет, мы всегда же в шортах. Ну как, я всегда. Что, даже на пляже? Даже на пляже в коротких шортах. Зачем мы тогда эти стринги купили? Угу. Не знаю, зачем. Хоть ты сам просил. А что, не надо было, да, где
это был сюрприз. Ну да. Ну, на видео же хотели показать. Точно. Все узнал. Вот, а. Тебя в семейниках. Причем одни без лифчика, вот так натянуты. Да. Именно. Ладно, идем. Не слушайте. Нельзя такое слушать. До сих пор идем. Можно потихоньку пить с футболки. Выжимать, допить. Ну, самое главное, но что не холодно. Я говорю, на улице вообще хорошо. Да. Вот так. Почему вышли? Потому что Анюта уже одела ребенка. Я говорю, дождь. Она говорит, ну и что? А если бы мы ее обратно раздели, это был бы кофе. Ничего не было бы. Да ничего, она чуть-чуть, чуть-чуть поплакала и все. Ну, чуть-чуть. Кровопанила бы полдня. Он у нее уже локоть весь мокрый. Кого? У нее она высовывает. Она тоже хочет дождя. Ничего страшного. Ну, ништяк. А вон, до туда дойдем. У нас конфетки есть там еще? Да. И обратно вернемся. Да, конфетку. Обратно сюда домой. Не, чтобы не приболеть, так сказать. А то приболеем и... О, видишь, заканчивается. Рябинка. Слышишь? Слышу. Заканчивается душка. Ну. Или это мы под деревьями пошли? Ну, конечно. Под деревьями ты идешь. Именно. Догадалась. Нет. Да, да. Чего они? Нет, вот внутри отверстие есть между ними. Он косой. Идет и все. Отверстие. Ну, вон. Дыра, я бы сказал, это не отверстие. Дыра вон какая. Дыра. Дырень. Как дела у вас? Как поживаете? Вы такая сегодня игривая вся. Игрули. Игрули, да. Подкрадули какой. Я когда первый раз прочитала, блин, так смешно мне было от этого слова. Я просто представила, знаешь, такого этого шпиона. Подкрадущего. Да, крадет. Ты хочешь в магазин, дайте мне подкраду. Чтобы крал. Подкрадули самокатки. В последнее время вообще какая-то творится фигня какая-то. Настроение наоборот поднимается. Да? А потом с природы грибы нет плюсов. Или это что-то такое там? Где? Вон там. Вот. Тут грибы где-то есть. Это мне, наверное, показалось. Конечно. Отсюда я уже не вижу даже. Это деревья. Нет, что-то так не видно. Да. Мусор. Да нет же. Вон там. Да, как я спустился? Нет, это... Да нету там грибов. Нашла, что искать. Раньше же всегда тут были грибы. А вот грибок. Где? Шишка, конечно. Коляску-то забери. О, мать, года. Пихта. Что-то столько пихт у нас, я раньше их не... Пихта. Ой, точно, листья. Ну да. Иван чай как раз для кого-то там. Чай, чай, Иван чай. Сейчас у нас, блин, после этих пожаров вообще нифига нет. Да. Как нету? Лес красивый. 90 вот. Гектаров леса сгорело. Гектаров. 90 гектаров это понты. Да? Конечно. Тысячи может. А, ну да. Не 90 ровно, а 86 с чем-то. Ну, тысяч гектаров. Да, 86 тысяч гектаров у нас горит. Ну и сгорело. Заповедники, заказники, все горит. Мы бы рассказали, правда, но не будем.
все заповедные леса, которые у нас здесь занесены, там растения эти всякие, занесенные в Красную книгу, все горит, все. Животные гибнут, жалко. Медведи выходят. Да ничего с этими медведями. Просто клин к людям. И не столько даже, знаешь, этот смог там. Ладно, бог с ним, понятно, это все. О, у меня будильник вставать пора. А будильник я заводила, когда это ночь на работу. Когда, ну, ложилась спать. Это. Не столько смог. Смог, понятно, это не зависит ни от кого. Жалко-то, блин, животных, жалко растения, природа, это наша природа. Пошли обратно. Легкие. Что, по Менделееву пойдем? Я не знаю, мы пошли по лесу обратно. Ну. Вот наберемся кислорода. Скоро будем жить в пустыне. Сегодня смотрел где-то в пустыне какой-то хаджа или ханджа, что-то дождь такое. Дождь пошел. Да, дождь пошел. А в Штатах снег какой выпал нехилый. Где-то в Колорадо, что ли, или как там. Помнишь эти где грибы? Наташка, что Она в Канаде. А это Колорадо. Я думал, в Канаде. Это, снег такой нехилый выпал, они же раскапывали машину. Помнишь, что видео показывали? Нет, ты мне не показывал. Да показывала. Да, нет. А это 3 дня назад где? Да. Вот так вот. Не стих, да? Чуть-чуть стих. Я говорю, нету уже, как быстро пройдет. Нет, нет. У меня уже башка замерзла. Ворчу. Острись, ребят, наши краски только. Да. Ну и от велика. Ну и от него. От него не бегаю. Плохо смотришь просто. Я не вижу. Какой-то пожилой он ходит, жертву ищет зонтом. Зонтный маньяк. По ходу дела. Ну, слушай, с этой... У нас это фигня лучше сидит, мне кажется. Да? Она только обтирает, у нее мокрая. Все. Ладно, идем. Мы уже дома. Сделали вот кокос. Ну как сделали, я его расколол. Поели так все. Читаю историю России. Не думайте, что я ничего не читал. На 55-й странице, буквально за 30 минут 55 страниц прочитал. Сейчас вот жду, Анюта делает оладушки. Сейчас сделаю.